Раз. Я хорошо выгляжу, то хоть. У меня твоя задача закрыть линию Алексеева. В Питере, похоже, скан писали. Нет, это не в Питере СКА, это Сиденко Константин Анатольевич. Да, это я всю жизнь так подписывал. Это еще в СКА Ростове, когда играл, подписывал СКА. Да. Очередная глава татаро-башкирского дерби между казанским «Зенитом» и уфимским «Уралом» состоялась в Казани. Только вот подоплека этой встречи на этот раз особенная. По ту сторону сетки экс-игроки «Зенита» Алексей Спиридонов, Никита Алексеев, Александр Абросимов и Константин Сиденко. Чем не бомба, а? Эта встреча стала последней проверкой казанского «Зенита» перед отъездом команды на клубный чемпионат мира. Поэтому любой из болельщиков мог записать видеопожелания команде, а также оставить свое напутствие на футболках, в которых игроки команды будут выходить на разминку перед играми предстоящего турнира. Состав «Зенита» оптимальный. Кто-то отдохнул, кто-то, наоборот, успел поиграть. В итоге на площадке привычная стартовая шестерка для нынешнего сезона. Михайлов Нгапет, Соколов Будько, Вольвич Кононов и Валентин Голубев в роли либеро. Ну, он воспитанный молодой человек. Мы знаем, но выиграет. Он добро помнит. Ну, молодец, я ему все не сказал после игры. Ну, спасибо, говорю, что ты меня хоть никуда не послал и не орал на меня. Так же, как и Никита Алексеев. Я думаю, что это те игроки, которым было сегодня что доказывать. И один, и второй были лидерами. Я только за это дело, чтобы Лешка был бой горячий, да. Чтобы, когда он горит, игроки рядом с ним тоже начинают гореть. Может быть, родной клуб, может быть, он здесь как-то не хотел показывать свою там... радость, как футболисты бывшему клубу своему забывают, они ж не радуются. Так, ну, наверное, Лешка здесь. Но на игре, на его это сегодня не отразилось. Чуть лучше встречу начали гости. 11-14. Но казанцы отыгрались благодаря фирменной подаче. Эйс от Макса сравнял счет. А переходящий после его подачи с удовольствием вколотил Нгапе. Зенитовцы были чуть точнее в концовке. 25-23. Такие мысли, что все-таки надо на себя смотреть гораздо больше, чем на соперника. Тем более, когда сейчас команда все-таки строится заново. Мы сейчас на себя обращаем гораздо больше внимания. И я понимаю, что есть на что смотреть еще и будем корректировать. Во второй партии гости слабо сыграли в атаке. 30% против 60% у «Зенита». Плюс заработал казанский блок. Феерил Цветан Соколов, ставший в итоге самым результативным игроком матча, набрав 19 очков. В итоге, после равного начала сета 8-7, на табло сверхуверенное 25-16. Лучше, наверное, чувствуем уже друг друга. Какие-то нюансы, там, знаете, передача на блоке, кто как прыгает, там, кто в приеме как стоит. То есть все равно взаимодействие, взаимоотношения на площадке мне становится лучше. Это, наверное, радует в первую очередь. Мы кайфуем, у нас задача кайфовать, мы, надеюсь, показываем красивый волейбол, нравится. Конечно, много не получается, но мы стараемся. Ну, мы видели две партии, в принципе, шли в очко в очко, Казань поопытнее, поувереннее, конечно, но мы старались показать красивый, хороший волейбол. В третьем сете команды качественно сыграли в атаке. У гостей лучшим стал Никита Алексеев, набравший 15 очков, плюс завелся Алексей Спиридонов. Это позволило уфимцам повести плюс 2 в концовке и иметь 2 сетбола. Только вот казанцы не хотели затягивать встречу. 12 очков добавил активно задействованный в этот вечер Артем Вольвич, 11 у пулемета Максима. И упорные 29-27 в третьем сете и 3-0 в матче. Две партии, они были очко в очко, там буквально там 1-2 мяча решили. Хотели очень порадовать болельщиков, довольны все, что... Сегодня получился хороший матч, хороший результат. Первая-третья партия, ну, игра была равная, вы чуть в концовке, но, наверное, ребята, не наверное, 100%, ребята ваши поопытнее, по матерей, так скажем, прошли огонь и воду. Казань славится своей хорошей подачей, много ошибались и высокие мячи не получалось добивать. Еще раз отмечу, Казань просто у себя дома хорошо подает, хорошо играет. Ну, все знают Казань, какая команда, топовая команда, с ними была задача просто полностью раскрепоститься, кайфовать, как тренер сказал.
казанский «Зенит» отправился в Бразилию на клубный чемпионат мира, который пройдет с 3 по 8 декабря. Соперниками казанцев станут итальянская «Люби Чевитанова», бразильский «Сада Крузейра» и «Аль-Райян» из Катара. Всех нас ждут бессонные ночи перед экраном телевизора. А вот яркие обзоры турнира и всю внутреннюю кухню вы увидите только на ZTV. Сейчас уже переключаемся и уже думаем о бразильцах. Первый матч у нас в Бразилии. Игра будет, конечно, непростая. Как я уже говорил вашим коллегам, тропический волейбол. Надо в него учиться играть заново. Да? Но у нас для этого будет, в общем-то, три матча, скажем так, предварительного этапа. И успеем нащупать этот ритм и привыкнуть к тем условиям, которые будут нас ждать. То есть Сада и Мачерата – это топ-команды, которые способны побеждать в каждом турнире, в котором участвуют, в общем-то, так же, как и мы. Сварочек, давай. Что у вас там, во-первых, я с вами не смогу. Самое главное, чтобы вам все там везде было. Стран. И спасибо. С результатом. Пацаны, все отснял. Лайки, комментарии, подписываемся на канал. Всех обнял, поднял, заплакал.